Всем привет! Хочу высказать свое мнение по поводу боя Емельяненко Федьки и Мальдонадо. Бой был вчера вечером. Я, к сожалению, его в прямой трансляции не смотрел, но смотрел братан. Я в это время уже лег спать, но из кухни за стенкой постоянно доносились возгласы, возмущение брата: «Добей, добей его, сука, убей!» Я понял, что накал страстей там стоит нешуточный. Сейчас же включил трансляцию. Ну, по Федьке видно, конечно, ну и по Мальдонадо видно, что бой, конечно, был жесткий, конкретный. Как сказал Федька, да, один из худших боев в моей карьере. Федор победил Мальдонадо по очкам, судьи присудили. Мое мнение такое: это второй бой после длительного перерыва у Федора. И Федор показал себя с лучшей стороны, хотя, конечно, личико у него подизранено. Жаль, но видно, что мастерство-то он не потерял. Как говорится, старый конь борозды не портит. И побеждает Мальдонадо по очкам. Это есть гуд, ребята. Если понравилось видео, ставьте лайк жирный. Подписывайтесь на канал, мне нужно 20 подписчиков. Желаю вам всего хорошего, пока.